Проехать змейку на многотонном бульдозере – задача, с которой справится далеко не каждый. Это одно из испытаний конкурса среди алтайских дорожников «Лучший по профессии». Он прошел в регионе в 19-й раз. С каждым годом задания для участников все интереснее. Нужно кубики в первую очередь сбить. Они стоят на разной высоте. Это приходится работать гидравликой и держать нож на той высоте, на которой стоит кубик. Вот. И не сбить площадку, на которой он стоит. Нужно держать определенный диапазон от земли до отвал. Ну, видеть глазами, это все с опытом приходит. В соревнованиях участвовали инженеры-геодезисты, машинисты бульдозеров, тяжелых и средних автогрейдеров, погрузчиков, экскаваторов, а также водители самосвалов. Многие задания кажутся несерьезными, но для выполнения каждого необходимо максимально чувствовать технику. Навыки, которые демонстрируют участники конкурса, помогают в работе непосредственно на дорогах. Поэтому опыт проведения подобных испытаний перенимают в других регионах. В России Алтайский край первый вот это возобновил, потом последовали примеры, и сейчас проводится даже всероссийский. К нам приезжали учиться, ну, научились, и мы ездили туда побеждать. На соревнования приехали специалисты из Томска, Омска и Новосибирска. Конкурс, в первую очередь, это обмен опытом. В прошлом году конкурс отменили, потому как, ну, сами понимаете, людей скопление у нас. Вот в этом году участвует 450 человек. В этом конкурсе и ветеранов пригласили, и руководителей подряд организации для общения, для пропаганды нашей профессии дорожной, особенно рабочих профессий. В этом году в Алтайском крае отремонтируют дороги в сторону Камня на Оби, от Бийска до Салтона, от Белокурихи до Черыша, а также в Барнауле, Бийске и Новоалтайске. И судя по результатам конкурса, можно быть уверенными – работы проведут на высоком уровне. Вадим Слюсарев, Елена Хорошавцева, Алексей Михайлов. Новости.